Доброе утро, рядовые сотрудники. Guten Morgen, солдаты, шнелев, строй, живо! Я бы врубил, но тут это голосовая анархия запрещена. Товарищ командир, можно обратиться? Кто ко мне тут решил обратиться? Я, можно обратиться, товарищ командир? Товарищ командир, он сержант. А, ну, товарищ сержант, там какая-то хуйня висит в воздухе. Это дрон. Не обращайте внимания. Не обращайте внимания, встать в строй назад. Совету 5 нам разрешил непослушных скармливать из цепи объекту 939. Поэтому я бы вам советовал молчать в строю. Так точно, товарищ командир. Это что за хуйня там в углу? Можно обратиться, товарищ сержант? Да, да, говори. А что там за хуйня в углу? Лягушка. Это лягушка? Хотите посмотреть? Да, хочу посмотреть, отведите меня, пожалуйста. Охуеть, это настоящая жаба. Это квакер. О, ты какая хорошая. Что она делает на плацу? Это наш идол. Я вам сейчас шайзы дам, так по шапке дам. Живо все вернулись на плац. Ладно. Так точно. Первый-второй расчет. Первый? Ну, начинается. Да. Да. Давай, товарищ командир. Ура. Первый вышел. Пока, первый. Пока. Я буду тебя помнить. Я тебя тоже. Дай телефон. Прощай. Телефон не дам. Он не узнает. Ну ты же первый. Мы пойдем пока в столовую или что там, блядь. Где товарищ командир подевался? Что вы хотели? Да нет. А может закажем как бы пиццы, пожалуйста, в фасилите? Это выглядит как пиццерия. Ну, в этот, в центр подготовки террористов. Мне, пожалуйста, 5-й по перроне и колу большую, да. Ты куда звонишь? По какому номеру звонишь? Спасибо. Вас хочет видеть капитан другого отряда. Окей, так точно. По вашему приказанию, товарищ МСРК прибыл, товарищ командир. Так, во-первых, никакой товарищ не командир, а унтер-офицер Фаренс. Будьте добры, встаньте в строй. Так точно, унтер-офицер Фаренс. Да. Фаренс. Шайзе. Давайте снова же проверим, умеете ли вы выполнять стандартные команды. А ну-ка, солдатен. Направо! Ага. Налево! Вот вы понимаете, насколько вы имбецилен? Рядовой, который только что пришел, выполнил спокойно эти команды, не учись. Я с вами уже тут полчаса гоняюсь. Товарищ унтер-офицер Фаренс, можно обратиться? Разрешаю. Товарищ унтер-офицер Фаренс, проблема в том, что он не знает немецкий. Товарищ, а он может быть и прав. Солдаты на правом. До сих пор кто-то влево и отправо не может отличить. Вам патронов не хватит, сержант? Хватит, конечно, хватит. Нас сейчас не 43-й, чтобы всех расстреливать. Да расстреляйте только половинку. Фу, блин, второй железный крест этому арейсу мне нравится. Ладно, шагом. Марш! Ать-два. Александр, блядь, вперед. Ать-два. Унтен он машинен, дольце он солдатен. Венди солдатен. Не пойте, вы не умеете петь на немецком, а то я сейчас запою. Налево, раз. Ать-два, я унтер-офицерен. Ать-два. Налево. Яволь. Повысить этого рядового до ефрейтора и дать ему железный крест, он мне очень сильно нравится. Мне уже их три, мне их некуда девать. Ефрейтор, выйти из строя. Выйти из строя, ефрейтор. А, я, да? Так точно, унтер-офицер Фаренс. Ваша задача будет сейчас следить за порядком, чтобы они молчали. Пока что с моим унтер-сержантом немножко пойдем выпьем, потому что я я с ума схожу от этой хуйни. Так точно. Проследите за ними, ефрейтор. Что за хуйня, привет. Пойди сюда, подойди сюда. А что ты хочешь мне дать? А ты дашь мне конфетку? Он просит подойти, товарищ унтер-офицер Фаренс. Никак нет. Но он уже просит. Давай, подойди. А что я получу с тобой? Ты получишь аптечку. Слушай, если ты меня найдешь, у меня волына. Да, хорошо. Давай. Ай, блядь! Рядовой, Не рядовой, я говорил вам не подходить к нему. Рядовой, я говорил вам. Извиняюсь, учусь на горьком опыте. Это какая группа? Это вторая, да? Да, не только что. Первый. Это откуда? Ефрейтор, знакомьтесь. Да, меня повысили по блату. Я как бы ефрейтор, я повышен. Сержант, в смысле. Охренеть. Да. Ты как это сделал? Да, жопу подлизал немного.
То есть я 5 лет кряхтел, чтобы да. стать сержантом, ему за одну тренировку этот... повысить. Я предлагаю сначала их повести на стрельбище, чтобы они научились обращаться с оружием. Понимали, что им говорят? Я бы им пистолет в одну не дал. В столовую шагом, марш! 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. I'm fine. Там, чтобы я вас не видел, вы все равно знаете все. Этот напившийся рядовой указывает, что нужно идти туда, ручкой. Он просто неправильно кидает зигу. Ну понимаю. Ладно, не об этом. Все, что... Товарищ, можно обратиться? Как ты ко мне обратиться? Товарищ? Товарищ! Ты что, в Советском Союзе, что ли, идет он? Сержант! Я, тут я. У нас коммунистическая шваль завелась. Где? Разберитесь с ней. Как его зовут? Вот этот побегает, вот этот побегает. Стоять! Коммуниста! Стоять или стрелять буду. Тихо, отставить. Что происходит? Это стрельбище, просто стрельбище. Пиздец. Господи, какой ужас, блядь. Блять, пойду я гляну, как они стреляют. Я уже вторую мировую вспомни. Эй, ребята, я гляну, как вы стреляете, да? Ой, интересно. Ай, осторожно. Да, там опасно. Да не, херня. Они холостые. Смотри, ни одной дырки нету. Они вообще не попадают. Командир сказал, глушители. Быстро все вооружились, Что это? Да? Патроны, патроны. Бля, вот проблема. Кто сдохнет, тот и лох. Оставь стрельбу, успокойтесь, коптерка. Вам, дорогие друзья, сейчас прилетят красивые, улучшенные повстанцы хаоса. Кто, блядь? Понятно. Ай-яй-яй-яй. Боже, я в сторожке спрячусь. Я такой, я сейчас дох. Дай кальян, дай кальян. Короче, первая волна хаоситов прямования. В смысле? Не надо, ты нас убьёшь, беги! Прямования. Пора вздыхать вам, короче. Тебя вообще капитан, что ли, в школу не водил? Мы все умрём! Вот, капитан, куда не имел! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.